именно тот момент, когда ты чувствуешь себя просто потрясающе. Понедельник начался великолепно. С тренажерки, потом сауна, потом хамам. И теперь работать дальше. Скажет, куда летит это время? Я, знаете, иногда просто в шоке, что, допустим, Мите уже 13 лет, скоро будет 14, он уже подросток. Я, честно говоря, все чаще задумываюсь, кем он станет в будущем, какая у него будет профессия. Вот сейчас у него там много увлечений есть, да? Какие увлечения перспективны и повлияют на выбор его профессии?